Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую позицию рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Так, рейтинг, как и ранее, возглавил абсолютный чемпион в полутяжелом весе американец Джон Джонс. Напомним, что последний поединок дагестанский спортсмен провел 7 сентября прошлого года против американца Дастина Порье. Следующий бой Нурмагомедова запланирован на 24 октября. В нем он сразится с представителем США Джастином Гэджи.